В рамках месячника «Оборона массовой и военно-патриотической работы» в детском юношеском центре «Кадетское братство» прошел конкурс «Люба Атаман», посвященный памяти атамана Славянского районного казачьего общества Александра Балыма. В традиционном конкурсе «Люба Атаман» приняли участие 6 команд казачьих и кадетских классов школ города и района. Атаман Славянского районного казачьего общества Александр Заволока поприветствовал участников соревнований и отметил, что такие конкурсы не только учат основам военной подготовки, но и воспитывают в юных славянцах патриотизм. Пожелав честной борьбы ребятам, атаман дал старт соревнованиям. Пожелать, чтобы сегодня в наших соревнованиях каждый из вас показал свои умения, знания, сноровку и навыки. При поддержке своих болельщиков казачьи команды школ номер 11, 16, 28, 31, 46 и 48 соревновались за право называться лучшими, чтобы услышать от атамана заветное «Люба». Участники конкурса, представив команду в визитной карточке, отвечали на вопросы, связанные с историей и традициями кубанского казачества, демонстрировали практические навыки по военно-прикладным видам спорта, стрельбе из пневматической винтовки, пистолета, разборки-сборки автомата, метанию ножа, снаряжению магазина патронами. В последнем хороший результат показала ученица 31-й школы Мария Денисова. Вообще я умею и дать, скидать, и автоматы разбирать, собирать. Автомат я за 19 секунд собираю, разбираю. Магазины за 24. Команды школ, участвующих в эстафете, показали высокий уровень подготовки, как физической, так и теоретической. По итогам лидерами районного конкурса стала команда 48-й школы. На втором месте ребята из Петровской 31-й школы. На третьем – городская команда школы номер 16. Надежда Калинина, Александр Косицын. Программа «События».